Арчанка Ирина Прилипа вышла на одиночный пикет. Первая локация – здание ГУМВД на улице Ленинского комсомола. Народ наш практически не защищен. Практически не защищен. Что у меня, допустим, сложилась такая ситуация. Я 2 года добивалась защиты от правоохранительных органов, от соседа дебошира. Я была здесь, в Орске, я была здесь у начальника, дошла до начальника Орского нашего управления. Я была в Оренбурге, я была в Москве многократно. Оттуда присылают разобраться. Здесь ничего, 2 года. То есть человек бесправен абсолютно. Стали вопросы о том, попросила 5 декабря 22 года, была у Французова на приеме. Попросила разобраться. Тут уже начинается разговор о том, что тут у меня не совсем хорошо с психикой. Ситуация в итоге разрешилась, но, по словам арчанки, только спустя 2 года. Соседу выписали штраф, и теперь все живут в мире и согласии. Но Ирину возмутил тот факт, что ее отправили на прохождение медосвидетельствования. Более того, как она говорит, в заключении написали, что ей необходима госпитализация для установления диагноза. Хотя раньше она работала в охране, где психическое здоровье, утверждает она, проверяют вдоль и поперек. Ирина вышла на пикет не только по личным мотивам. Общественные проблемы ее тоже волнуют. Обозначить их она решила перед зданием администрации. Хотелось бы напомнить нашим орским властям о том, о чем были ранее написаны многочисленные заявления, такие же вот встречи с корреспондентами, на которых говорилось о том, что нужно ремонтировать мосты, что нужно наводить порядок в городе Орске. Вывозили деревья КАМАЗами, то есть город запущен до такой степени, что это просто... Раньше ведь были газоны, сейчас у нас везде... Лебеда, амброзия. Раньше было чисто, теперь у нас свалки. Не хочется повторять того лета, которое было в прошлом году. Не хочется. Люди имеют право жить спокойно, дышать спокойно. Арчанку на Комсомольской площади заметили правоохранители, спросили ее данные и отпустили. Анна Паначева, Константин Макаров, служба информации ТРК «Евразия».